Сперва давай проверим, что ты действительно Довокин. Дай нам оценить твой голос. Фус! Довокин, я мастер Арнгейр. Я говорю от имени Седобородых. Теперь скажи мне, Довокин, почему ты здесь? Мы хотим наставлять тебя на это. До тебя были другие. Есть ли... Пока мы смогли найти только тебя. Это ты воистину. Но хватит ли тебе... Даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в тум, то есть в крик. А теперь посмотрим, как ты любишь и умеешь учиться. Когда ты используешь крик, ты говоришь на языке драконов. Кровь дракона дает тебе врожденную способность изучать слова силы. Все крики состоят из трех слов силы. Каждый раз, когда ты овладеваешь словом, твой крик становится сильнее. Мастер Эйнард научит тебя «ро» — второму слову в безжалостной силе. «Ро» означает «равновесие». Соедини его со словом «вкус». Пус? Пус? Ро! Они сделают крик сильнее.
Еще раз. Лоса! Вуз, рок! Впечатляюще. Твой дум идеален. У тебя явный талант, Давакин. Следующее испытание мы проведем во дворе. Ступай за мастером Борри. Посмотрим, как ты освоишь совсем новый крик. Мастер Борри научит тебя слову «вульт», что означает «вихрь». Сперва нужно услышать, как звучит слово «вульт» в тебя, и лишь потом вложить его. Мастер Борри. Экс! Теперь твой черед. Вставай рядом со мной. Мастер Борри откроет ворота. Сделай стремительный рывок, чтобы успеть пройти через них, пока они не закрылись. Быстрое овладение Тулум просто поражает. Я слышал легенды о способностях дракона рожденного. Но увидеть самому... Боги не просто так дали тебе этот дар. Теперь тебе добудь, не сходи с пути голоса, и ты возвратишься. Когда твой голос сможет открыть дракон немного, то многие верят, что дракона рожденных тебе нужно сосредоточиться. Хорошо. Когда тебе не нужно дракона, немногие то многие верят, что дракона рожденных посылают в мир боги в час великой нужды. Об этом мы поговорим позже, когда ты подготовишься.
Thank you.
Мы выступаем? Как скажешь, Тан. Я буду защищать тебя ценой своей жизни. О, осторожней, что ли? Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. Что это было? Эти двое опять за свое. Смотри за ногами. Сохраняй равновесие. Хорошо. Неплохая драка. Отлично. Если хочешь пойти на охоту со мной, твои ноги должны быть быстрыми, а глаза зоркими. Ты у меня сгоришь. Мы не принимаем всех молокососов подряд. Поговори с Кодлоком, если думаешь, что из тебя может выйти соратник. Все, что ты знаешь. Угу. У тебя есть шанс. Дай им! Бей их! Я все еще здесь. Хватит! Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Сделайте же что. Если б не Вигнар, был бы мне конец. Он приютил меня и помог измениться к лучшему. Ты ладно, какое понятно. Оружие предпочитаешь? Мне нравятся маленькие быстрые клинки. Да, любишь ты это говорить. Ты же знаешь, я люблю топоры и молоты. Это же так медленно. Самому Изгромору не хватило бы терпения, чтобы прыгнуть, прежде чем ты ударишь. Давай как-нибудь это проверим. Вот растяпа. Толкаются тут эти зеленые рекруты. Боишься, что один из них займет твое место? Могут попытаться, но меня не это волнует. А что тогда? Что смерть они найдут гораздо раньше. Здесь просто прислуживаю. Думаю, ты хочешь поговорить с кем-то из соратников. Задание раздает круг. Это Эйла, Скьор и братья Фаркас и Вилкас.